Всем привет! Добрый вечер! Как ваши дела? Добрый-добрый вечер! Сегодня будем говорить про создание сложных украшений. более сложных, чем обычно. Так. Все, вроде везде должно быть меня видно и слышно. Наконец-то. Как ваш вторник? Как проходит ваше лето? Так, девчули, кто в Телеграме хочет что-то сказать. Я, к сожалению, этого не увижу, не услышу. Поэтому приглашаю вас за комментариями в ВК или в Инстаграм. Ой, всем добрый вечер. Вижу, вижу вот комментарии там, вижу, как у всех прекрасно проводит. Проходит лето, проходит вторник. Рада вас всех видеть. Сегодня у нас действительно очень интересная тема а, с примерами, с фотопримерами. Спасибо, да. И опять, это мое украшение одно из моих любимых. Собственно говоря, кстати, в тему нашей, нашей темы на сегодня более сложные украшения, более сложные дизайны. Откуда, как это все происходит, что для этого нужно? нужны ли для этого, не знаю, специальные курсы или что-то еще. Расскажу вам все, что знаю про это. Будет такая сборная история из многих эфиров, которые были у нас в разных вариациях уже, ну, такой обобщающий, потому что этот вопрос очень сложный, потому что... Часто девочки задают этот вопрос, как выйти на новый уровень, как отличаться от других, как делать что-то, что будет признаваться сообществом других мастеров, я имею в виду, в принципе, мастеров, как что-то уже шедевральное, потому что, к сожалению, очень часто слышу такое, что девчонки ходят на маркеты, и на маркетах им говорят, что фу, сборка, это Китай, это не ручная работа, это Алик. Вот, вплоть до того, что даже свечи ручной работы не считают за ручную работу. Это для меня, конечно, вообще фантастика. И, честно говоря, когда, ну не знаю, любая мастерица там плетет кружево, у нее есть для этого ниточки, там коклюшки какие-нибудь. Если женщина вяжет, у нее в принципе есть нитка, и спицы, все остальное она делает своими руками. Если мы собираем украшения, то у нас тоже есть разные бусины, разные инструменты и две наших руки. Мы их, в общем-то, не ногами делаем, все эти украшения. И я в корне не согласна со всеми теми, организаторами маркетов или участниками ярмарок, которые считают, что сборка украшений это какое-то фу и вообще ерунда и вообще мы чуть ли не готовое продаем. Я бы посмотрела, как любой из них просто взял бы и сделал что-то подобное и как быстро у них бы это все получилось, в каком качестве и так далее. Но это так от отступления вступления в первую очередь когда мы говорим о создании более сложных украшений это не всегда в технику уходит то есть ну вы те кто практикует давно это возможно даже больше информации для новичков те кто практикует создание украшений давно понимают что техник сборки украшений. Их не так много. То есть, ну, если мы говорим про колье, там, браслеты, у нас есть тросик, ну, то есть, что мы можем делать? У нас есть тросик, у нас есть карабины, у нас есть разные бусины. И сложность украшения будет зависеть от ну, составляющих, так как бы, скажем так, от комбинации тех, техник, которые мы используем в простой жизни. То есть, понятное дело, что собрать просто чокер из там хрусталя для кого-то не считается чем-то сложным. Кто-то делает это там за 20-30 минут и вообще как бы, ну, все, и, и в этом все, в принципе, все хорошо, да, или когда мы берем там нитку дорогого жемчуга, который сам по себе там, не знаю, в закупке стоит 3000 рублей, подбираем к нему тросик, подбираем к нему фурнитуру, все это нанизываем и продаем соответ за соответствующие деньги, тоже считается, что ну слишком просто, что там особенного, подумаешь, классика какая-то не соглашусь, да, то есть найти хороший жемчуг, подобрать оптимальный карабин к нему, подобрать к нему цепочку удлинения, подобрать столько всего, что нужно туда подобрать, и как минимум его найти, чтобы тебе его доставили, это надо придумать, и дальше у нас включается творческая составляющая, где нам это надо там, сфотографировать, преподнести, рассказать и так далее. Поэтому в этом, на мой взгляд, очень-очень много творчества. И первое, что делают неопытные мастера, и, собственно говоря, и опытные мастера, мы тренируем с вами насмотренность. Это очень важно для любой профессии, кем бы вы ни были. Я имею в виду то, что касательно, касается визуальной составляющей, что бы вы ни делали, каким бы творчеством вы ни занимались, вяжете вы, свечи вы льете вкусные, красивые, или делаете украшения. Что значит тренируем насмотренность? Я миллион раз про это говорила, но буду говорить об этом снова и снова. Мы ищем идеи. И это абсолютно нормально, что на первых порах у людей получается копирование. Так делали все. Когда начинали. Главное, чтобы этот процесс копирования у вас не затянулся на годы, потому что я знаю мастеров, которые ничего сами не выдумывают вообще вот ну как бы ноль, они просто копируют других известных мастеров, думая, что ага, ну вот у них вот это берут, я значит тоже буду вот примерно то же самое делать, выдумывать ничего не буду. И я очень часто, да, идей в папочку, очень часто, ну к нам по крайней мере приходят прям 100 пятьсот сообщений ежедневно точно и не от одного человека, когда нам тупо присылают фотографии работ мастеров и говорят, подберите мне все вот с точностью до бусины. Типа, мне вот нужно это повторить. И у нас это вызывает, ну, легкое недоумение, потому что, ну, во-первых, копировать это ну, у нас был на эту тему целый эфир, если хотите посмотреть, мне кажется, это такая была жаркая дискуссия, хотя я бы вроде как говорила сама собой. Вот, копировать тотально ну, это, это как фейковые сумки, продающиеся на улице, не знаю, Рима. Я когда это первый раз там увидела в Европе, вот эти сумки разбросанные по ну, каким-то тряпочкам, да, то есть, ну, и кто-то считает, что это вообще огонь, надо брать вот для меня это ну эти истории не имеют ценности что ли. вы не знаете как придумывал мастер это украшение да для кого он его придумывал какой там масштаб да мы часто не знаем вы нам фотографию присылаете там качество часто оставляет желать лучшего и говорит вот соберите да нам мы не знаем какого размера бусины какое там качество там того же жемчуга или. Ну, то есть иногда визуально, когда оно лежит с чем-то рядом, мы еще можем хоть как-то определить, когда там какой-то тотально белый, серый или черный фон, с этим ну, вообще тяжело. Мы не можем. И мы, я вам честно скажу, мы помогаем подобрать аналогичные материалы, но мы не помогаем копировать. Но это такая принципиальная позиция, это неправильно, это некорректно и корректно по отношению к автору. И мы всегда топим за то, чтобы вы не копировали, а адаптировали эти дизайны и ту самую папочку собирали только идеи. И не пытайтесь э, скопировать все до бусинки, досконально. Э, редко заканчивается, просят фото максимально приблизить и повторить. Э, да, я, я, я не могу сказать, что все отказывайте клиентам, говорите, фу, я не копирую, я только создаю. Ну нет, конечно. В этом мире мы... Человеки все равно копируем созданное до нас, созданное природой. Тут, если кто-нибудь из вас изучал принципы сакральной геометрии, построения вообще всего, все, что мы с вами имеем вокруг нас, вот все-все-все, что мы придумали уже в нашем технологичном мире, это все в целом существует в природе в других каких-то формах, и мы всего лишь адаптируем это под нас. Поэтому мы как бы в принципе, в принципе все немного копируем вопрос, каким образом мы это делаем. И почему очень важно там изучать историю, ходить в те же музеи, разглядывать картины, смотреть, какие украшения были, в какую эпоху. И не просто разглядывать, типа, о, сережки красивые, пойду повторю, сейчас продам. Вы должны понимать, а почему в ту эпоху были вот именно такие серьги, именно такие бантики, именно такие ленточки, именно такие подвязочки, потому что в этом всегда был определенный смысл, и этот смысл часто был сакрален. Каждая страна, каждое государство, еще там до появления, не знаю, красоты вот этой там всех царей, еще если мы возьмем какую-то такую древнюю да, историю, там древнюю Русь тоже, украшения существовали. И каждая бусинка на бусах, каждая фигнюшечка означала что-то свое. Это ну, то есть эти знания передавались из поколения в поколение, там, от женщины к женщине. Этот камушек был для этого, эта ленточка для этого. Вот такая вот должна была быть ленточка у женщины, выходящей, у девушки, выходящей замуж. Вот такую носили незамужней. У всего был смысл. Они не просто там копировали, ой, у Машки классная штука, пойду себе повяжу. Это был язык знаков, Такая же история, ну то есть, когда мы стали, общество стало развиваться, стало цивилизованным, появились у нас цари, короли разные, ну то есть у всех стран было по-разному, да, но у них в том числе это был целый язык, язык жестов, когда нельзя было там, произносить вслух, но там... Ну, вспомните там историю там, с мушкой слева, справа, там она означала у каждого свое. Как там женщина открывала табакерку, чем она была украшена, какими там камнями. это все имело смысл, это все подавало тайные знаки. И вот теперь представьте, что все то, что вы делаете, это тоже может подавать тайные знаки. Ну, понятно, что сейчас у нас нет такого языка жестов, языка знаков, украшений, но. Вы когда создаете украшение, вот, ну вспомните, когда вам делаю, делают заказ, когда заказывают украшение именно на заказ, человек вам дает вполне конкретное ТЗ, ну реально, да, там, я хочу. Чтобы там, э, вот у меня, ну возьмем невесту, такой классический пример, у нее есть свадебное платье, у нее есть мысли о том, что, ну, например, там, натуральный жемчуг к слезам, значит, мы его не используем, мне надо, чтобы у меня в украшении была там голубая бусинка, она для меня, значит, там то-то-то-то, мне нужно, чтобы вот в это украшение вы добавили, э, не знаю, поношенную подвеску от моей бабушки, потому что для меня это важно. Вот у меня на платье вот такие-то цветочки, я хочу что-то подобное повторить. И вот это все имеет для нее смысл. Вот вы это старались делали, ну или кто-то из мастеров старался делал. И это имеет, ну прям, целую историю. Потом приходит любой другой мастер такой, о, прикольная штука, повторю-ка я ее бусина в бусину. Ну, во-первых, не получится. Потому что не будет тех составляющих, которые там мир заказчик выдал, или какая-то идея у него была. А, Во-вторых... Не будет в этом такого смысла. И очень часто я наблюдаю картину, как особенно новенькие мастера пытаются повторять работы мастеров со стажем, но не могут продать. А, а все очень просто. Почему не могут? Да потому что это не их энергия. Они просто скопировали. Все, точка. Когда не вложили свои смыслы, когда не не поняли, а почему именно так, а почему именно такой длины идет нестыковка. Нет, понятное дело, что что-то так, ну, то есть есть определенные тренды, там, сейчас у нас тренд на бантики, и все делают бантики, конечно, их покупают, особо никто не задумывается, там, про смысл этого бантика. Ну, вот там Клава Кока делает это на какой-то передаче. Все-таки, о, классно, все срочно надо брать. Потому что клиенты что делают? Они делают скрины этих блогеров, присылают вам и говорят, вот хочу такое, как у Клавы, или хочу такое, как у Ксюши, хочу такое, как у Леры. Вот мне, пожалуйста, вот такое, еще вам как-нибудь расширьте и попытайтесь разглядеть, а что там вообще такое. Ну, и вы совершенно э, правильно там сидите, растягиваете эту фотографию, читаете бусинки и делаете что-то подобное. Но вы в любом случае адаптируете. Вы не высчитываете количество бусин, у кого бы то ни было на шее, да, вы все равно говорите, да, я сделаю максимально подобное, но немножечко на свой манер, потому что повторить в точности чью-то работу я не могу. Да, вы свои работы пароль повторить один в один не можете, ну, потому что это невозможно. Элементарно, каждая бусинка жемчуга она просто разная и даже разные там партии одного и того же жемчуга жемчуга будут отличаться там по толщине по длине по блеску и почему-нибудь там еще и даже в одной нитке казалось бы одного калибра жемчуга про жемчуги тоже очень много говорила что влияет на его калибр и так далее тоже будут совершенно разные бусины и это все будут бусины как бы на одной и той же нити Дальше, что мне сегодня хотелось вам рассказать такое больше про это, мы много говорили уже не первый раз, вот реально, мне кажется, у нас много прямых эфиров, можно зайти там в группу ВК во вкладку прямые эфиры, все это посмотреть и, соответственно, сложить какое-то впечатление, потому что у нас был отдельный там, эфир четко про копирование и вообще копирование или воровство и так далее. Я не буду сейчас на этом долго останавливаться. Мне бы хотелось сегодня вам показать про подбор нестандартных материалов для реализации ваших творческих задумок. И вот это для меня уже level up это уже тот уровень, когда вы научились делать простые украшения, когда вы точно знаете, что вы легко с этим справляетесь, у вас их там хорошо берут, а душа то просит творчество, чего-то такого. И вот тут вы начинаете искать необычные материалы или нестандартные решения с теми материалами, которые у вас уже есть. Сейчас открою картинки и покажу, что я имею в виду. Начнем с самой простейшей картинки. Смотрите. Казалось бы, ну, проще простого. Это стразовый шнур, который элементарно завязан в узелок. И там сзади у него крепежи. Ничего сложного. Но поверьте, додумаются до этого единицы. И тот, кто это придумал, скорее всего, очень успешно продает. Вот эта история тоже, смотрите, просто сплетена косичка из стразового шнура. Материал понятен, стандартный, но его использование даст вам вообще плюс 100 баллов перед вашими конкурентами. Не бойтесь экспериментировать. Я знаю, что девчонки часто в творческом нашем чате ВК там спрашивают, а вот так кто-нибудь пробовал, а вот так, а вот так. Попробуйте вы. У вас, возможно, кто-то пробовал. вот кто скажет, да, пробовала, говно, ни хрена не получается. И вы что, вот пойдете и скажете, да, вот там Маша сказала говно. Нет. Вы должны попробовать сами, потому что у вас может получиться, и получится так, что у вас еще Маша будет спрашивать, как вы это сделали, блин, вообще огонь, какая красота. То есть, казалось бы, простой материал, но нестандартное использование. В этой технике из стразового шнура плетут и сумки, и платья, и топы, и лифчики, и что только из них не делают. А вообще изначально, чтобы вы понимали, вот это вот, это шнур для обуви. Его выдумали для создания блестящей обуви. И эту обувь изначально делали для вальников. А потом захотелось людям добавить это на шею. Это нетривиальный материал для использования. Дальше. У меня тут будет сейчас не очень хорошее качество, но суть вам будет понятна. Я думаю, что вам будет видно. Смотрите, казалось бы, веревка. Ну, обычная веревка. Такой канатик используют в шторах. Иногда не на поверхности лежит решение. Я таким пользовалась очень часто в шитье. Когда ты приходишь в магазин, ну, стандартная там ширина ткани для тех, кто шьет, она там, ну, метр сорок, метр пятьдесят, а тебе надо дофига, да что ты делаешь? Ты идешь в шторный отдел и находишь там клад. Потому что там есть все те же прекрасные, есть даже шелковые шторы, ну то вопрос о цене, да, э, всякие разные материалы, но это я про, про тех, кто шиет, говорю, то в тех же э, историях про шитье есть разные материалы, которые вот так просто не продаются в разделе для бижутерии, ну, потому что они к ней не относятся, но это не мешает мастеру выдумать офигенный дизайн, и это будет очень сильно отличать его от всех. Я не могу точно сказать, да, например, как вот здесь закреплены эти бусины. Я понятия не имею, но я бы придумала, если бы мне очень захотелось. Вот, у меня внучка наживала кусок бумаги и говорит, какую бусину я себе сделала, так же мало кто догадается. На самом деле, да, это тоже очень круто. Ну, то есть, вот оно, творческое мышление. Я как-то сидела, крутила, я, по-моему, рассказывала про это, в ресторане салфетку в руках крутила, и у меня из нее получился цветочек, красивый цветочек, который я тут же просто вот здесь же взяла булавку, приколола себе на лацкан и носила его это было очень стильно, очень красиво и очень необычно. Да, одноразовая вещь. Ну и что? Зато была так не такая, как у всех, и на фотографиях смотрелась вот так. Очень многие техники, которые мы сейчас используем, они придуманы были вот ну как-то вот как-то так. То есть опять же, когда вы идете в музей или гуляете по городу, вот вы поехали в Новый Город, вы по любому рассматриваете там архитектуру, мосты, дома. Вы вот эти истории можете увидеть не у мастеров украшений. Вы вот такое можете увидеть, я не знаю, на пристани. Увидите, как связывают там, не знаю, канат, как швартуют какой-то катер. И у вас опа, и идея родилась. Хоп, круизная коллекция целая вышла отсюда. Да? То есть вот здесь же может быть что угодно. Тут может быть не жемчуг, тут может быть хрусталь, тут могут быть натуральные камни. Тут, я не знаю, хоть кристаллы здоровенные будут, понимаете, и это будет очень красиво. И это явно брендовое украшение, да, и ну это, это, это вот то, что насмотренность, она не всегда нужно смотреть только мастеров и что они там делают, какие они украшения создают. Надо в принципе смотреть вокруг себя, не в телефон, да, когда ты гуляешь, а вокруг. Иногда мы видим какую-то идею просто в линии, в линии цветка, в линии листочка. В том, как, не знаю, девушка перед вами идет, у нее платье как-то развивается, и вы такие: вот оно! Я нашла, я, я поняла, как. Ну, то есть, эти маленькие э, внимательные моменты, да, которые вы тренируете, они потом приходят к вам вдохновением на создание чего-то совершенно необычного. Что мне еще хотелось вам сказать показать. Ну, вот тоже, например, казалось бы, смотрите, какой классный дизайн две бусины майорки, шнур э, здесь, по-моему, каучуковый, но может, ну чтобы вот он форму держал, э, но можно попробовать сделать с обычным шнуром ничего особенного, ну вот казалось бы, ну, смотрится офигенно. И если вы вот наденете вот это и пойдете на какую-то тусовку, на вас обратят внимание на тусовку, где люди понимают понимают дизайн, но для того чтобы понять, как сделано вот это, нужно, там, не знаю, интересоваться творчеством Захи Хадид, да, которая занималась архитектурой, посмотреть, как она делала свои здания. Вот это оттуда, а она это брала из природы. Или э, Ирис Ван Херпен, дизайнер, она делает совершенно потрясающие наряды, которые многие считают неносибельными. Но никто не говорит, что нужно делать такое для жизни, нужно адаптировать это для жизни. А она просто черпает свое вдохновение из флоры и фауны. И потом ищет материалы, чтобы это воплотить. Несложно, но выглядит очень круто. Да, здесь всего лишь вам нужно будет додуматься, как вот тут бусины соединить. И это тоже проявление смекалки. И э, я, честно говоря, расстраиваюсь, когда мы, мы очень часто делаем для вас какие-то подборки вдохновения. И очень часто слышим там, ой, сделайте мастер-класс, сделайте там, вот все нам покажите, разжуйте. Мы можем. Но если вы не додумаетесь до этого сами, иногда, иногда вы, мы можем придумать неправильный, ну или там какой-то более сложный метод. А вы попробуйте, сделайте круче, чем мы. Тренируйтесь, не бойтесь, вы можете пойти дальше. Я сейчас с удовольствием наблюдаю за всеми своими ученицами, кто делает украшения. Начала я учить тет-а-тет -а -тет с двадцатого года, и сейчас я смотрю, ну вот девчонки уже там седьмой поток а, вовсю, и я вижу, что они выдумывают иногда дизайны круче чем я их учила. Просто потому, что это база. База. Я показала, как крутятся пины, а дальше они делают что-то невероятное. И я, возможно, до этого бы и не додумалась. Ну, там, не, не там ходила, не на то смотрела, да, не на те здания. А вы поехали в поездку, там, не знаю, в Суздаль куда-нибудь, и привезли оттуда какую-то идею классную. Вот. Здесь, возможно, будет не очень хорошо видно. Сейчас одну покажу покрупнее. И здесь мне хочется... Ну, вот как бы я плавно перехожу и подвожу вас к тому, что нужно использовать новые техники и приемы в украшениях. То есть, когда вы знаете базу, вы можете комбинировать их и делать не по правилам, делать иначе, делать как-то, как, как вас еще не учили, но вам очень хочется попробовать. Вот просто так у вас вот это сделать не получится. А со смекалкой получится. Я знаю, что не только я одна, у меня давным-давно появился маникюрный аппарат. Я его покупала у мастера бушный, ей хотелось новый. Ну, это было очень давно. Девочка он у меня появился лет 15 назад. Я его покупала для того, чтобы делать маникюр. Мне когда-то надо было, ну, скажем так, в бюджет вписываться и не всегда могла себе это позволить. Вот, но! маникюрным аппаратом можно делать много всего. И купив сверло в обычном строительном магазине, какое-нибудь тонюсенькое по металлу, вставив его в маникюрный аппарат, иногда можно делать безумные вещи. Вот здесь без расширения отверстия у вас не получится, но расширить его можно. Как? Тут надо включать смекалку. Более того, здесь вопрос, да, а как это держится? Всем понятно, что держится это вот примерно на такой истории. Прекрасный клей Поксипол двухкомпонентный прозрачный мой любимый. Я очень долго это нет, это не брошки, это сережки, вот их пара. Ну, кстати, можно сделать брошку, может быть, кто не мешает. Я этим клеем пользуюсь много лет, много лет. Я очень долго хотела, чтобы мы продавали его в Танисы. Наконец-то, наконец-то мы договорились. Они не со всеми работают. Производитель не со всеми работает. Наконец-то нам удалось. Удалось договориться о прямых поставках от производителя в Таниса. Поэтому сейчас, когда... Мы, ну, мы много его используем в наших мастер-классах, и вы видели наверняка: недавно был мастер-класс: мы как раз крепили на двухкомпонентный клей Сережку просто жемчужину, обычную жемчужину крепили к э, пусете. И у меня там был, кстати, вопрос: а чего нельзя использовать просто клей момент? Ну, вы можете попробовать посмотреть, будет держаться или нет. Я бы не стала, я просто пробовала, у меня не держалось. Но вдруг что-то изменилось, и у вас получится какая-то техника другая. Поэтому я чаще топлю за двухкомпонентный клей. Во-первых, потому что он в разы быстрее высыхает, меньше воняет, чем любой момент, какой бы он там ни был. Момент пахнет очень долго, и вы, вам придется долго проветривать серьги, прежде чем отдать их клиентке. И он может быть более аллергенным и за счет вот этого испарения запаха своего. Вот, поэтому боксипол я очень люблю, его нужно совсем немножко, и в отличие от момента, он не засыхает, пока вы не смешаете два компонента. Вот он может лежать у вас год, вообще у него срок годности 5 лет, вот у двух тюбиков. Вы его купили, и пока он у вас не используется, ну за 5 лет вы его точно используете, вот, он будет у вас лежать и не будет портиться. Момент, с момента открытия у вас засохнет, ну за полгода точно вот он не будет таким как как надо вот и соответственно вот ну кто -то, кто -то сказал, и Ольга говорит что это брошь то можно же сделать и брошь такую ну то есть это всего лишь идея вам никто не говорит что нужно взять именно вот такую жемчужину вы можете взять плоскую прямоугольную вам никто не говорит что нужно добурить такую дрень, чтобы туда продеть цепочку попробуйте использовать пин Но это называется включить голову попробовать сделать так, как делают, ну, нестандартно. Да, и дальше хоп, и вы делаете, хотите брошь, хотите серьги. Вот. Потому что, когда мы используем просто, ну, вот технику сборки, есть у нас готовые детальки, есть у нас карабин, есть у нас тросик, есть у нас бусины, ну, как бы, вот, ну, вот что мы можем? Мы можем собрать. Поэтому часто сборку не считают за великое искусство, да, просто потому, что вы, э, ну вот, ну, что вы собрали бусинки, о, это так, так любой сможет, это вот там, ну многие считают, что типа вот мой там пятилетний ребенок тоже так сможет вообще, это да, моя дочка там пятилетняя, он вот, сидит и э, собирает эти бусинки из пластмассовых бусинок, я типа на ВБ купила, что тут у вас, фигали там там стоит по пять тысяч, да, но когда вы начинаете думать и выдумывать что-то такое сомнений в простых вещах от вас уже тоже не остается, потому что вы делаете что-то более сложное. Таких примеров у меня много сегодня, смотрите. Разборка бывает непростой. Как разборки выражается фантазия. Да, я согласна. Мне, в принципе, нравятся простые украшения. Я их люблю. Люди тоже хотят сложные. Тоже интересно с технической стороны. Я не говорю, что простые украшения это плохо. У меня тоже клиенты любят попроще часто. Здесь знаете, какое дело? Сейчас я вам объясню, как это работает. По крайней мере, как это работает у меня. Вы все помните мои серьги вот эти огромные, которые идут очень мало кому, скорее всего. Мне точно идут. Эффект вау вы делаете на творчестве. Люди видят вау и говорят, блин, вау. Приходят к вам и говорят, сделай мне вот такие. Я вот такие не смогу. Это очень красиво. Я вижу, что ты мастер, ты крутая. Я это не могу, но я хочу у тебя маленькое, простое, потому что ты мне нравишься. Ты делаешь то, что я нигде не, не видела больше, да. Вот, опять же, смотрите, вот, ну тоже часто бывает педантизм, до, до, доходит у некоторых мастеров до ну, на расскажу до маразма. Когда вот там, вот здесь вот, например, смотрите, бусины жемчужные, они как бы разные. Ну, потому что это борочный жемчуг, они просто не будут одинаковые. Люди хотят вот все либо одинаково, либо никак. Ну, тут надо либо брать майорку, либо <ф9> это... отказаться от этой идеи. И там вот там клиент будет говорить, что они несимметричные. Ну, здесь даже сами серьги несимметричные, и в этом есть uh, своя прелесть, своя фишка. Здесь вот, кстати, интересно тоже, да, сделано. Использована французская скрутка, если разглядывать. Но сделана она необычно. Она сделана в форме шапочки. И это очень красиво. Опять же, например, казалось бы, вот вам ваш чокер, только в ушах висит. Трудно? Нет. Базовые принципы сборки базовые принципы сборки. Кто-то собирает бантики так, а вы можете собрать просто кружочки. То есть взята швенза, необычная швенза, да, то есть в три ряда это будет сложнее найти, но вы можете это адаптировать и сделать как-то иначе, по-другому. Дальше на тросик все это собрать. Вуаля. Я видела такие серьги. Я, честно говоря, не могу... Я... Все эти картинки, которые я вам сейчас показываю, они все с Пинтереста, и большая часть их не подписана. Ну, то есть там они в каких-то подборках были. Но я видела такие серьги у БТ Гавинета. Подобные. Там были такие кружочки, только длинные. Э -э, друг за друга цеплялись. Но это была коллекция, там, не знаю, десятилетней давности. Очень красиво. Ничего сложного. Простые базовые принципы сборки. Но в дизайне круто. Опять же, дальше вступает в продажу визуализация. Красивая модель, лаконичная одежда, ничего лишнего. А у Кучинели, да, такие были. Ну, возможно, я говорю, что я просто здесь конкретно не знаю, чьи это были серьги. Вот, и у многих они повторяются. Но вот дальнейшая визуализация продаст вам эти серьги. Потому что если вы их, возможно, просто так, в каком-то, ну, не знаю, фотография там на, на коленочке, у вас не будет эффекта вау. Швензы, я, я всегда ищу что-то интересное, но не всегда использую тривиальные материалы для швенз, потому что я вам сейчас так скажу, вот как бы, мы делали мастер-класс, где мы швензы делали из э, страз. Помните, такие стразины у нас были с колечками жемчужными? Это были не швензы, мы делали их своими руками. Что вам мешает взять коннектор на три ряда? Ну, может быть, не такой маленький, может быть, побольше, да, там, двухсантиметровый. Что вам мешает на вот этот прекрасный клей приклеить к ним э, эти пусеты? Маленькие сзади. И сделать то же самое. Не дожидаюсь, пока Танечка найдет такие швецы. Ну, реально. Э, не факт, что их можно найти, понимаете, э, чтобы их найти, скорее всего, нужно Танечке сделать заказ на заводе, объяснить, что Танечка хочет сделать: модель, прототип, 3D-дизайн, согласовать, потом сказать: блин, криво, давайте переделаем. А вы можете сделать что-то уже сейчас: еще раз повторю: не копируем, адаптируем. Вы можете это сделать это всего лишь вопрос фантазии что к чему прилепить чтобы получилось потому что у нас не было швенц под капли под наши кристаллы таниса да мы просто взяли и сделали их и для, для этого воспользовались просто пусетами для вклейки а правой для капель и э, двукомпонентным клеем все серги пользуются супер популярностью среди клиентов наших клиентов Дальше, из интересного, что хотела вам показать. Вы помните наш мастер-класс «Ловец снов», второй на подходе. Не успеваю монтировать, не успеваю просто, но я обещаю. Смотрите, обычная палка коряга, найденная в лесу. Сто процентов. Ну, навряд ли это в магазине продавалось. В нее вкручены гвоздики, и далее сделано по принципу ловцов снов много-много разной красоты. И я сто процентов уверена, что в ваших закромах вот этих бусин во! И что наверняка у многих тех, кто занимается очень давно рукоделием, вот таких отрезков разных цепей, а здесь, если приглядеться, я не знаю, вам, возможно, будет не видно, но вы видите там и ролла, и якорная, и тут кусочек, там кусочек, тут золото, серебро, все подряд намешано, вот у вас остается там от одних, от вторых сережек, не торопитесь выбрасывать, у меня реально есть коробочка, куда я складываю вот всякое, всякое непонятное, но это непонятное потом находит себе исполнение вы можете даже свою рабочую зону таким образом украсить, чтобы было понятно, человек пришел в гости к рукодельнице, или чтобы это вас радовало, вы сюда там вешаете кристаллики, бывает иногда, знаете, что-то делали, у вас там бусинка там, может быть, откололась, вы клиенту такое продать не можете, или вам, например, на нити с цирко... с этими не с цирконами, как они, с цитринами, да, есть бусины, ну, типа бракованные, которые вы клиенту отдать не можете, но это не мешает вам использовать их для себя и делать вообще совершенно шедевральные шедевры. Или там вот, ну, опять же, вот здесь вот может висеть э, какая-нибудь какая подвесочка, не всякое бывает в процессе, мы где-то можем что-то поцарапать, что-то покоцать, мы переживаем за клиента, там, да, и мы ему такое не отдадим, но выбросить у нас рука не поднимается, вы можете вот такого Франкенштейна собрать для своего дома, это не только колье касается, да, любимого всеми, кто-то его мусорка называет, мне не очень нравится это название, поэтому я его избегаю, вот, но как вариант вот чего-то такого, это очень круто как по мне. Во, вообще огонь. Я влюбилась в это. Кроки можно взять оригинальные, Потренироваться можно она ну, вообще из магазина садового, где просто такие штуки. Да даже если вы на дачу себе их сделаете, представьте, вы по огороду в таком, в таком вообще огонь. Тоже тут собрали, там, не знаю, мы там какие-нибудь покоцанную Майорку. Ну, какая-нибудь у вас осталась, но ну, бывает на нити брак. Это вообще нормально, да? Вот тут вот какие-то тоже вот просто. Я не удивлюсь, если это там вот... Это можно на нить пришивать, это можно на двухкомпонентный клей клеить, это можно по-всякому, по-разному сюда приделывать. Это только ваша фантазия. Но суть в том, что эта фантазия вот ходит по подиуму. И стоит эта фантазия много. Мягко скажем, много. А вы можете это сделать, используя свою фантазию, легко, просто, быстро, красиво. И по вам сразу будет понятно, кто вы, чем вы занимаетесь. Дальше, смотрите, я знаю, что многие знают девушку Тина Перл, она делает прикольные штуки, вообще она живет в Америке, она берет жемчужины, это все ювелирка, я вам просто хотела показать как пример. То есть вот это все сделано из золота и белого золота, они прям отливают. То есть она, когда находит жемчужины причудливой формы, это я вам просто про фантазию, вы это не повторите, скорее всего, хотя, может, я не права, она находит жемчужины причудливой формы, понимает, что они выглядят как-то прикольно, да, и вот к ним нужно добавить какие-то элементы, дальше она их уже рисует в 3D и вот там подтыкает. У нее все штучное. Ну, то есть вы купили эту машинку, все, второй такой машинки нету. И это прям круто, но идеи можно брать. Ну, вот, например, вот такое вы можете точно сделать сами. Вот смотрите, не очень ровная жемчужинка. Вы такие, фу, клиент может сказать, фу, а можно же придумать, и э, там, может быть, у вас там не получится. Ну, я сейчас вот рыбка, это условно, там хвостик это сложно, да. Но я очень люблю приклеивать там стразинки к жемчугу. Это выглядит красиво, выглядит необычно. И вот это приклеено на двухкомпонентный клей. Все, та же самая история дает нам возможность выдумывать что-то, чего ни у кого больше нет. И вы делаете подвеску, которая будет только у одной вашей клиентки. Вы не сможете это повторить. Это будет уникально, это будет дорого. Потому что сказать, что я делаю уникальные украшения, и показать, что ты делаешь только хрустальные чокеры, это не уникальное украшение. Это стандарт. Вот это уникальное украшение. Вот это стандарт, а вот это делает его уникальным. Вот. Это вообще космос. Просто жемчужины. Они могут быть просто с дефектами. Просто приклейте их друг к другу на двухкомпонентный клей. Па -пам! У вас получилось что-то, что не повторить. Ну, красиво же. Опять же, да, история там с сережками. Вот здесь симметрично сделано. То есть то же самое, бусины... Скорее всего, ну, возможно, даже так. Показать, пожалуйста, клей, показываю. Поксипол. Таниса хобби продается. Именно прозрачный. Вот такой бордовый. Другой не подходит. А, вот здесь, вот, скорее всего, есть отверстие, потому что это было собрано на нить. Но человек решил эти отверстия не использовать. Просверлил. Ой! вот тут вот отверстие, вставил туда шапочки, ну, бейлы, да, с этим. И они стали у него бейлами для цепочек. Дальше подвешены бусинки и получились обалденные серьги. Просто, кажется, что просто. На самом деле не так просто, как кажется. Надо постараться, придется потрудиться, будет психа, будет испорчено <laughs> дофига всего, пока вы научитесь, например, где-то и как-то это сверлить. И у вас не сразу это получится. И я пробовала делать это шуруповертом, <laughs> не очень хорошо получается на самом деле. Но можно. То есть там просто надо быть очень аккуратным. Но это уже левелап. Это уже то, что не все умеют мастера. И то, что будет отличать вас от других. Вот тоже мне пример. Капец, как понравился. Здесь дырочка ой, сделана нестандартно. То есть, вот тут она приклеена сзади к пусете, вот тут сделано отверстие, чтобы сделать к ней подвеску. Вот эта часть делается вообще на проволоку. Это несложно, это основа бисероплетения. И как красиво это выглядит! И вот тут пусть кто-нибудь попробует вам сказать, что это сборка. Алик, угу. Найдите там такие. Попробуйте. Да, то есть вот оно: базовые истории, которые мы используем. Вы превращаете в шедевры в уникальные истории, уникальные вещи. Ну, и тоже стандартная история с теми же тучками. Все то же самое. Да, у нас есть жемчуг, похожий на эти тучки. Тоже можно поиграться с этим, попытаться. Но я еще раз повторюсь: с жемчугом будет сложнее он твердый. И тяжело, главное, руки, руки берегите, не пораньтесь, пожалуйста. Вот это мне понравилась идея друзы камушков. Но здесь я мне хотелось показать вам... То есть не ищите... Ой, Татьяна, привезите нам такие швензы. Это не швензы, это просто друзак, который приклеен сзади пусета. Вы можете, не знаю, поехать в Калининград, например. Ну, вот сейчас все ездят в Калининград. И э, найти там просто два красивых камушка, это может быть даже два кусочка там янтаря друг на друга похожих. это может быть там можно никуда не ехать, можно просто там какие-нибудь кабашоны красивые найти. у бабушки в шкатулке их можно найти. просто используйте фантазию проделайте ну вот здесь скорее всего сделано отверстие и вклеена да какая-то часть но вы же можете сделать сережки вот такими то есть я не знаю вы нашли две классных ракушки там где вы отдыхали взяли эти ракушки прицепили к ним две пусеты и все и у вас офигенные серьги и они для вас очень много значат и они очень символичные и вы блин будете слышать море в них потому что это очень красиво и это очень необычно и есть выход в этом как раз на новый уровень. И вы не забывайте про это еще все рассказывать, что вот я нашла. А вот помните, я вам рассказывала, что я нашла две ракушки. Вот я сегодня там целый день с ними мучилась и клеила и так и сяк сделала, и получились у меня классные серии. Я решила там оставить их себе как напоминание об этой поездке. Или, э по 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 Или э -э aman. я решила там, ну не знаю, продать это тому, кому очень хочется на море, там, зарядила их на море. Чем делают золотой ободок на ракушках? Это гальвани... гальваника, то есть вот даже вот как здесь, вот этот золотой ободок, он сделан на, на заводе, вы не сможете сделать этого ручками, это довольно, во-первых, это не делается в домашних условиях, то есть все, кто занимается гальванизацией, делают это в специальных местах, как... потому что это вредно. Женщинам в особенности. Вот, чтобы покрыть метал металлом сначала. То есть покрывается слой металла, спаивается и дальше его гальванизирует. Это все не так просто. И даже когда просто по ракушке рисуют вот этим золотом, да, и потом, ну, это погружным методом делается в специальных гальванических ваннах. Это не домашний процесс. Во, вот это вообще меня влюбило. Я подумала, блин колье мусорка отдыхает. Смотрите, как круто. Просто все, что было, я слепила. Дальше прилепила это на пусету сзади. Скорее всего, у этой истории есть какая-то основа. Такая хорошая. Там большая пусета. Ну, такая широкая. И вот это приклеено на тот же самый двухкомпонентный клей. Уверена не припаяно. То есть это вот франкенштейн, собранный из маленьких цепей, которых у вас много. Далее сюда вставлен на тот же пин или на проволоку даже, возможно, потому что это все переплетено, оно, оно вряд ли двигается вот в этом месте, оно двигается только вот здесь. И они несимметричны, и в них разное количество цепей. Ну, примерно из одних цепей они сделаны, да, но тут, например, вот тут больше там родиевых цепей, здесь больше золотых, и вот это все связано на здесь, не знаю, мне качество, может быть, не дает, хотя вам должно быть видно, на проволоку, да, то есть вот проволокой сделано пин, и вот тут он завязан, и вот там он завязан. У меня в моей личной коллекции есть сережки, которые сделаны по такому принципу, они, конечно, попроще, но с использованием проволоки. Очень любят их клиенты, это очень красиво, необычно. Такое же колье я нашла. Тут качество не очень, но суть такая же. Смотрите, как круто. Здесь, конечно, очень много цепи. И носить такое летом в жару нельзя. Но зимой это зайдет ну ура! Летом в жару оно просто быстро может потерять цвет. Вот. То, что касается фото, примеров, которые я хотела вам показать, я показала, у меня еще есть вариант примеров таких живых. Многие помнят наш мастер-класс вот с таким колье. Да, Колье-невидимка. Мы здесь использовали. Кремпы, ну вот, которые держат бусину с двух сторон. Вот точно такое же колье можно делать на двухкомпонентный клей без использования кремпов. И э, часто присылаете нам фотографию, есть такие сережки, бантики, и в них висят вот такие висючки от сережки. Вот так они висят, грубо говоря, вот, так, ну, вот такая история. Вот, вот так это на ухе там вот висит, и все спрашивают. Как это сделать? Это сделать очень просто. Вы берете леску и двухкомпонентный клей. Все. Это просто, но это очень красиво, это невесомо, и кажется, что они там парят в воздухе. Это как на шее безумно красиво. И, кстати, это вот тот самый вариант, где у вас ничего у клиента не облезет, никуда не денется, все будет очень красиво. И еще один пример, который я хотела показать из своих. Это моя личная сережка, которую многие узнают. когда-то я ее придумала просто сама. И я пока аналогов ей не видела и она на моей открытке для моих клиентов и для девочек, кто на курсе у меня учится, получает именно эту открытку, у меня там девушка вот с этой сережкой. Это дизайн рисовала меня с моей фотографии в такой сережки. тоже иногда спрашивают, а где взять бусину с четырьмя дырками. Да нет такой бусины. Это обычный хлопковый жемчуг, которым я проделала отверстие банальным шилом. Необычно? Необычно. Смотрится круто? Смотрится круто. Обращает на себя внимание 200%. Когда мне нужно пойти куда-то и заявить, ну, скажем так, своим видом заявить, что я дизайнер украшений, я не надену тоненький маленький чокер. Я надену что-то такое, что было понятно. То есть я либо одеваю сейчас свои шарики там огромные, либо я надеваю эту сережку, она асимметричная, и все. Я могу быть при этом, не знаю, в черном бадлоне, в черных брюках, у меня может быть просто там хвостик завязан, минимум макияжа, но по мне будет понятно, что, ну, как бы я вот... Я дизайнер украшений, все. Ну, либо я там шарю в моде. Вот, примерно такая история. Поэтому не всегда ответы лежат на поверхности. Иногда нужно посмотреть под другим углом, что ли. Я не знаю, как это еще э, рассказать. Да? Э, вы можете использовать вообще разные материалы. И когда вы используете привычные материалы иначе друг с другом, у вас появляется миллион возможностей сделать что-то необычно. Даже этот же мой э, колье, вот, которое в начале эфира всем оно вам так понравилось. Я сейчас покажу. Что, казалось бы, ну, простое. Да? У меня это колье Франкенштейн, только из жемчуга. Это разные жемчужины разных времен, из разных ниток, которые просто пооставались там. Возможно, не очень там интересная форма, да, вот у этой жемчужины сама по себе. В серьги мне ее было не вставить, потому что пару ей было не найти. А в колье она смотрится очень круто. Здесь даже есть вот жемчужина вот такая поперечная я не помню, лет, не знаю, шесть назад я покупала нитку с этим жемчугом, и вот тут у меня чуть-чуть осталось. Здесь эта история, она съемная у меня, да, ну, то есть мне так хотелось, его можно надевать по-всякому, по-разному, эту штуку я делала так, что ее можно носить как сережку Мона, если зацепить ее за конго, сережку, вот здесь тоже у меня, например, там жемчуг-елочка. Просто осталось с нитки. Я делала клиентке целую нить, и вот это осталось лишнее. Хоп-хоп, все. Вот оно дает этому какую-то фишечку. Очень часто, опять же, слышу мое колье, где много вот таких весюлек сделано. Дорогое, роскошное <laughs> жемчужное колье. Да, и тоже спрашиваете у меня а по мастер класс по нему. А зачем? Это же базовые принципы сборки. Там всего лишь сделано колье с подвесками. Это не так сложно повторить, и для этого не нужен вроде как бы мастер-класс. Вот. Ну и, естественно, по некоторым своим историям, которые пришли мне в голову, которые мне захотелось сделать, я не буду делать мастер-классы. Ну, просто потому что мне вот так хочется, чтобы это было там только у меня. Это я придумала, и делиться я не со всеми, например, хочу этим. И это тоже нормально. И я знаю, что часто мастерам пишут другие мастера и говорят, вот расскажи, как ты вот это сделала. И человек говорит, нет, не расскажу. И люди обижаются. Вот. А я считаю, что это нормально. Правильно, Катя говорит, да, надо прожить создание своего своего шедевра. Поймите, когда вы создаете что-то такое, что родилось из вашей головы. Это сродни э, рождению ребенка. Вы не знаете, какое оно выйдет, но это выйдет совершенно фееричная история, э, которая будет полна вашей энергии, в которую влюбятся люди, и которая будет говорить о вас, как о мастере, совершенно другие вещи. Да, мы сначала учимся копировать, и не то чтобы копировать, а воровать, как художники. Все великие художники изначально копировали. Их так учат. Если вы, ну, то есть до сих пор художественная академия в Петербурге их две, они учат на копировании мировых шедевров. И у нас в Академии Штиглица это потрясающее совершенно там собрание картин. И чтобы посмотреть некоторые из них, нужно было бы лететь там в Рим или во Флоренцию или в Милан а они есть у нас. Прекрасные списки, сделанные один в один. И это не говорит о том, что ой-ой-ой, художник вообще-то. Они это делали в рамках обучения, запомните. В рамках обучения они копировали один в один. Когда я чему-то учу на своих курсах, и когда мы делаем для вас мастер-классы, Естественно, мы вам говорим, копируйте, пожалуйста, копируйте на здоровье, вы учитесь в этот момент. Но когда я вижу тотальное копирование моих полностью работ, которые продаются у меня, я улыбаюсь, потому что, ну, должно же быть что-то свое. Это проявляет вас, вашу индивидуальность, ваше мастерство, это добавляет вашу энергию. А, простое копирование, оно без энергии. Вот, вот к вопросу об этом, с чем будет отличаться список картины от оригинала, в оригинале будет та энергия, которой не будет в списке, потому что технически, просто технически, это просто технический повтор. А когда художник писал свою картину, это другое. Это у нас была большая дискуссия по квадрату Малевича, кто-то говорит, что это вообще не херня полная. Так вот, если вы встанете перед этим квадратом, я стояла перед ним в Третьяковке, мой любимый из трех квадратов находится в Третьяковке. Питерский на меня такого впечатления энергетического не производит. Я не знаю, как это объяснить, но я не могла оторваться от квадрата Малевича в Третьяковке, в Новой Третьяковке в Москве. Я стояла перед ним минут 15, потому что я не могла, он меня не отпускал, он меня внутрь засасывал. И мне хотелось понять, что вот что, я пыталась почувствовать, да, что хотела выразить художник вот этим своим квадратом, который некоторые даже за шедевры не считают. Здесь мне очень хочется сказать, когда у вас есть категоричное мышление, я это вижу иногда в творческом нашем чате, когда кто-то говорит, ну, фу, ну, типа, ерунда. Вот я бы сделала по-другому, так сделайте. Просто, когда вы так категорично рассуждаете о чем-то другом, Имейте в виду, что в ответ вы, возможно, будете получать, что ваши изделия это просто сборка, в которой нет ничего особенного. Подумаешь, на Алике такого полно. Вот. То есть здесь история про ценность. Когда вы цените чужой ручной труд и не считаете квадрат Малевича чем-то непонятным, то, что непонятно, это не значит, что этого нет. То есть это, ну, вы, например, до этого еще не дошли те люди, которые хаят сборку, это просто несчастные люди. Им надо на кого-то свалить свои и продажи на ярмарках. Потому что там они делают какой-то товар, который просто не нравится людям. Да? Они хаят сборку, которая перетягивает внимание. Это не сборка перетягивает внимание, это энергия мастера перетягивает внимание. И где она есть, у мастеров есть продажи. Если энергии нет, продажи нет. Вот и все. И хайть, это, ну, такое последнее дело вообще говорить про кого-то плохо. Ну, здесь как, действует принцип: э, да, делай так же другим, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Если ты не хочешь, чтобы твои украшения считали чем-то простым и вообще типа непонятным, или там уродским, или еще каким-то, ну, продолжай э, говорить это про мировые шедевры и так далее. Я тоже не все понимаю, не все искусство. Я иногда, когда современное искусство смотрю, я вообще, честно говоря, в шоке. И особенно там последние все истории, ну, последних лет, типа, да, банан, приклеенный скотчем к стене, который был продан за какие-то вообще сумасшедшие деньги. Обычный банан, он сдох. Он, ну, как бы, блин. И про художника, который, простите, вообще сложил в баночку свое и продавал за дорого, очень многие не поняли, я в том числе, я лишь, но я не поняла, но я не сказала, фу, что это вообще за дерьмо в баночке. Я подумала, блин, вот это гений. Это ж надо было маркетинг включить настолько, чтобы у тебя это купили как предметы искусства люди себе в своей частной коллекции. Это гениально. Здесь можно только Позавидовать вообще человеку, который это сделал. Да, я художник, я так вижу. Но вы, вы, а вы попробуйте такое продать, прежде чем вот вы скажете, типа, ну, это все так могут, сейчас пойду возьму баночку, сделаю все. Нет. В нем достаточно было энергии, чтобы это продать, понимаете? Это очень круто. И вот это, вот он выход на новый уровень. Да, каменевший как и динозавр тоже ценится сейчас, ну, сейчас ну, много что ценится, и, поверьте, возможно, наши там правнуки тоже будут смотреть вот на это и там, и говорить, ну, блин, ну, там, а делать они будут, не знаю, там, из пыли носорога, единорога, там, на Марсе какой-нибудь чего-нибудь, да, ну то есть это будет что-то другое, и каждое поколение э, свое выдает, да и когда-то импрессионисты, когда пришли рисовать, да и сказали мы художники, мы импрессионисты, им сказали вы вообще бездари «Кыш, вон отсюда, вы кто такие?» да? Или там те стихи, которые писались в 20 веке, они не сразу были приняты, произведения были не сразу приняты. А сейчас попробуй закончить школу без знания этих шедевров, которые в 20 веке шедеврами явно не считались. Но люди пробовали, люди выражали себя, люди создавали то, чего не было до них. Они совмещали несовместимое, они шли где-то там против правил, против системы. Вот все то же самое вы можете делать в своих украшениях, идти против где-то системы, но потому что вы так чувствуете, и даже если у вас не получится, вы, по крайней мере, попробуйте, и лучше жалеть о том, чего ты э, сделал, чем э, думать, блин, вот надо было все-таки попробовать. Потому что часто... В мировой истории у меня сегодня ребенок спрашивал: мам, зачем мы вообще учим историю? Кому это надо? Я говорю, котик, чтобы не повторять чужих ошибок, да, как минимум. Так вот, очень часто те люди, которые не дерзнули заявить громко о своей идее, потом э, кусали локти, потому что кто-то кому-то приходила в голову, ровно такая же мысль. И они патентовали это. И так появились лампочки, телеграф, телефон и так далее. Вы не знаете, кто станет следующим офигенным дизайнером типа Ирис Ван Херпен в мире моды, человеком в мире украшений. Почему вы думаете, что те там супермастера, которые там по 20 лет делают украшения, и у них там по 200 тысяч подписчиков, что они какие-то другие, не такие, как вы? Да нифига подобного, они тогда же, в какой-то момент они также начинали. Как вы, они были таким же новичком, они создавали, они искали собственный стиль, они шли против системы, они пытались, ну изучали, делали, тыкали, ошибались, выбрасывали много, психовали. Это вы видите красивую картинку. Да сколько труда вот красивую картинку вложено. Даже там, не знаю, все сейчас привыкли, что говорят, вот бесит меня, там все эти красивые картинки там в социальных сетях покажите мне там ваше грязное белье. Начинают показывать грязное белье, говорят, фу, что он свое грязное белье вынес там наружу, было же нормально, красиво же было, да. Ну, то есть люди, люди всегда будут недовольны вами. Всегда найдется тот, кто скажет, фу, вам так главное, чтобы вам было классно, вам было интересно. Пытайтесь делайте их, возможно, через там, 5 лет. Вы будете тем человеком, за кем тот мастер будет следить и говорить, блин, вот она, посмотри, что сделала, я бы до такого не додумалась. Плюс все именитые мастера, ну вот вы будете говорить, ну пока я до них дойду, они там ого, куда уйдут? Да не все уйдут. Кто-то перегорает, кто-то вообще перестает этим заниматься, кто-то уходит в другие виды творчества. Ну, элементарно, к сожалению, случается, что просто люди уходят, а новым людям нужны новые герои. Почему сейчас, ну, то есть там как это Киркоров не будет вечным, появляются новые там певцы и их будут любить. Да, неоплатившиеся идея становится всеобщим ментальным достоянием. Да, воплощаете свои идеи, э, скажем так, фиксируете их за собой, заявляете миру, что это я придумала, это я сделала, я молодец. И когда вы находите этот свой стиль, когда вы делаете что-то такое э, уверенно, вы становитесь узнаваемыми вы становитесь на уровень выше. Но это не мешает вам при этом, мне точно не мешает делать обычные простые штуки. Я их регулярно делаю, просто не всегда показываю. Обычные простые чокеры с бантиками я тоже делаю. Мне они нравятся для. Ну, то есть, меня просят, я их делаю. Там, меня просят клиенты, я для них делаю. Ну, иногда показываю, в сторис показываю. Ну, в обычной моей коллекции там в магазине у меня этого нет. В я имею в виду в, в моем магазине этого нет. А... а иногда это там бывает по-другому, да. То есть, опять же, вспомните даже ту же моду дизайнеров: у них есть коллекция основная, и есть да, про это-порте -а да, для носки. Это 90% того, на что они ориентируются. И есть 10% от кутюр. Штучные экземпляры, которые, в которых они выражают себя. Если вам интересно, один из моих любимейших примеров — это Мезома Жела. Это просто космос. Есть фильм про него, который я настоятельно рекомендую просто всем посмотреть. Документальный фильм, где вот, ну, вы поймете, он э, выдавал такие вещи, которые, естественно, воспринимались типа, фу, блин, это что вообще он за мусорку устроил на моделях? Это почему показ-то в каком-то гетто прошел? Но все говорили про этот показ. А для жизни они делали совершенно, ну, более-менее нормальную одежду и до сих пор делают. Я обожаю этого дизайнера, и у меня есть буквально несколько вещей, я просто там молюсь на них, потому что это очень крутая концепция. Да, вещи от кутюр надеть могут не все. Даже если вы можете себе это позволить физически, ну, я имею в виду, у вас там денег дофига, вы можете купить себе что угодно. Но у вас, например, нет мероприятия, куда это можно надеть. Это там Канский кинофестиваль, там еще что-то такое должно быть, да. То есть для этого должен быть повод, чтобы это надеть. И, возможно, те м, украшения, которые, в которых вы будете выражать себя, то, может быть, только вы и будете их носить. Там у вас клиенты могут не дорасти до них. Не все люди дорастают до этого, им это не надо. Вот. Но для всех остальных у вас будет что-то проще, что-то более носибельное. Но ваша экспрессия будет понятна. И все будут знать, что о, Анна Нефедова делает угу. или там Татьяна Митрошина вот она, вот специализируется на этом. Я не могу себе позволить надеть вот что-то такое, но попроще от нее изделия я очень хочу. Вот и вся моя мысль. Как, опять, а, как обычно, время с вами пролетело незаметно. Я смотрю, что мы больше часа опять говорим. Простите. Вот, у меня для вас две новости. Хорошая и плохая. Плохая, что ближайшие два вторника эфиров не будет. А хорошая... Мы летим в Китай за новинками, поэтому ждите от меня сторителлов в моем личном аккаунте. Кто еще на меня где-нибудь не подписан, обязательно подпишитесь, это всегда очень интересно. Мне хочется побаловать вас чем-нибудь новым, чем-нибудь интересным. Хочется цепи вновь создать какие-то такие такие Сегодня только приходила к нам клиентка и говорила, блин, вот такие были цепи, которые вы делали. Я говорю, блин, вот они закончились. <с> мы сейчас поедем, будем выдумывать какие-то новые дизайны, какие-то новые шедевры, чтобы порадовать, побаловать вас. И действительно, мы производим часть фурнитуры, делается просто по нашим эскизам, по нашим дизайнам на фабрике и не повторяется по крайней мере, ну, вот так вот, чтобы в широкую. Понятное дело, что китайцы — такие люди, когда они что-то для кого-то сделали один раз, это будет всеобщим достоянием. Тут про это мы как раз сегодня говорили. Да, хорошая охота. Да, хорошая охота нам точно пригодится. Вот. Я, честно говоря, даже уже соскучилась. По Китаю мне там очень нравится. Мне кажется, что где-то какой-нибудь из своих прошлых жизней я там, возможно, где-то жила. Мне прям вообще кайфово. Вот, поэтому э, не помню, какого там. Ну, короче, через вот два вторника будет эфир снова. Я вернусь к вам. Если. Понимаете, я даже не буду пытаться выйти в эфир оттуда, потому что там все вот... С чего я сейчас с вами общаюсь, оно как бы не очень хорошо работает. Да, 25 июня, значит, Татьяна, спасибо, да, будет у нас эфир с вами. 20 мы вернемся, 25 значит, по эфире. Вот, поэтому буду рада вашим реакциям на, на свои истории. Потому что, когда я их вижу, я понимаю, что меня смотрят, когда мне там что-нибудь пишут или комментируют, или просто элементарно лайки на истории ставят. Я понимаю, что вам это интересно, и мне хочется продолжать. Когда я их не вижу, я не понимаю может быть, это не очень интересно вообще. Вот, но мастер-классы будут выходить, все будет продолжена вся работа, все девчонки, все на месте, кто к нам уже потихонечку приходит в наш новый офис. Там еще, там еще вообще, там прям мы только-только вот все разбираем только-только все делаем, еще как бы до шоурума там, э, ого-го, шоурум не ждите в июне, его не будет в июне, дай бог, если он появится к концу июля, это будет вообще прям клево, потому что это тоже, мне очень хочется не просто, знаете, магазин там, не пятерочку сделать, а хочется чего-то такого необычного и клевого, вот, но мы придем к этому, главное, что есть где, вот, поэтому приходите за своими самовывозами, кто хочет обниматься с нашими девчонками, говорите им об этом, скажите, Мариночка, можно я вас обнять, Юлечка, можно вас обнять, Сашечка, можно вас обнять. Они всегда рады, они у нас такие очень тактильные, как и я. Я очень рада, когда вы меня ловите в офисе. Вот ваше дело классное, спасибо да элементарный энергообмен да оксана энергообмен это очень важная важная история мне хочется вам давать каждый вторник когда я вижу ваш интерес все всем доброй ночи я бы хотела пожелать всем прекрасного лета продуктивного полного клёвых, щедрых креативных клиентов которые доверяют вам во всем и говорят, дорогая, сделай на свой вкус, мне нравится абсолютно все, что ты делаешь. Вот это мое такое вам искреннее пожелание. Я вас обнимаю, целую, и бегу сохранять эфир на двух площадках.